Центральные магистрали коммунальным службам удается поддерживать в нормальном режиме, но вот во дворах и на второстепенных дорогах проблемы остаются. Кроме центральных магистралей, повышенное внимание уделяется также объектам социальной сферы и здравоохранения. Подъезды для скорых и для остальных пациентов расчищаются в первую очередь. Я, выходя из дома, специально заведомо не поехала на своей машине, потому что думала, что не проеду ни в городе, не подъеду сюда. И поехала на такси. Но потом я, когда увидела, как все чисто, как все... Дороги убираются, дворы убираются, на территории больницы идеально. Можно проехать с детьми на коляске везде. Считаю, молодцы наши службы. Буквально вчера я ходила, то есть тут был еще снег. Сейчас все меня, в принципе, устраивает. У нас сейчас осуществляется система уборки снега, такая же, которая у нас была и в прошлом году, эта система уже есть. Заключен договор с подрядчиком на механизированную уборку снега. Ну, техника в зависимости от необходимости приезжает, такая текущая, или крупные уборки уже вывозятся фронтальником. Также какие-то локальные точки во время снегопада. У нас и общебольничный персонал есть еще. Вот сохранилась чудом снегоуборочная машинка, вот помогает нам. Ну и путем такой взаимопомощи. Обращение в больницу в основном экстренное, постоянное, и скорая помощь, там обращение. Поэтому, конечно, мы понимаем, что необходимость – это одна из первоочередных.